Всем привет, друзья! И сегодня у нас реакция на новый клип MC Хованского «Прости меня, Оксимирон». Окей, давайте прочитаем его описание. Я бы хотел извиниться перед Оксимироном за свой versus battle и за то, что решил, будто бы батя в здании — это какое-никакое искусство. Я решил, что тоже могу почитать рэп, как и Оксимирон. Я хотел бы извиниться перед Noize MC, я был неправ. Ведь куда мне до фристайла и батлов, как у него? Куда мне до таких хитов, как Иордан, питерские крыши и песня для радио? Баста, я бы хотел извиниться перед тобой за себя и за своих ребят из коллектива Немагия, потому что эти видеоблогеры себе позволяют? Я хотел бы извиниться перед Дмитрием Лариным за то, что разъебал его картавую жопу на Versus Battle, чем заставил его выпустить кучу плаксивых ответов стримов и Ларин против. Прости меня, Ларин, за то, что ты чушка ебаная, которая считает, будто не нужен... Мне нужен гастрайтер в виде Рики Ф, чтобы разъебать тебя. Можешь сделать укулеле кавер на это, я разрешаю. Да, это он. Сейчас подальше пройдет. Это Хованский? Все, вперед. Попался, голубчик. Окей, это Хованский. Айо, это последний трек MC Хованского. Возможно. Мирон, прости, я и впрямь видно что-то попутал. Увлекся этими мечтами, всего на минуту в голову стрельнул успех. И я с чего-то вдруг решил, что искусство — это общий дом для нас всех. Прости, я думал, можно просто начать читать рэп. Никогда не был в таком глубоком заблуждении. Рыжего уёка никто не предупредил, что слово «рэпер» должно быть в свидетельстве о рождении. Нойз, прости, я был неправ все эти годы. Твоя музыка может не нравиться только долбоёбу. Не напишу я Иордана в своей жалкой жизни. Хочешь, приходи и еще разок меня отпи. Не был на рэп-мьюзик, не благословил Влад Валов. Я не внес культуру вклад, сделав батл на 20 лямов. Баста может не объявлять награды за наши головы. Мы сами придем и смиренно опустим в пол их. Прости меня, Мирон, я понял, я не артист. Тронув вашу игру, видимо, я был не прав. Это не похоже на Хованского. Чувствую мою песню. Не сможет мне то, что люблю, Ларина в сраку ебать. Эй, Дима, ублюдок, послушай сюда. Отъебал без битов и убью на битах. Ты читаешь свой дис, и ручонки трясутся. Вызвал Рики, а чё не Иисуса? Скоро, блядь, пенсионный возраст. Тебе 45, но внутри подросток. Очнулся поздно, я сам гострайдер. Ведь все мои тексты по ГОСТу. Не люблю рэперский сленг, ведь он звучит так и не свежо. Но я ебусь с этим дерьмом, так будто мы молодожены. Они говорят, Хован, мол, ты такой самовлюбленный. Ну а как еще, братан, ты видел, блядь, какой я клевый? Влетаю с ноги на похороны Ларина, все кричат, воу-воу, в этом здании ебало фарч. Я ногами на могиле, похоронный марш, мой кавер на укулеле. Я со всей семьей стану в очередь к гробу, но не за тем, чтоб целовать тебя в лобик, а чтоб прошептать тебе прямо на ушко, Ларин, ты ебаная чушка. Вообще зачет просто. Окей, вот таким он получился новый клип MC Хованского. На самом деле первая часть меня не впечатлила. Блин, я не знаю, это скучно, это нудно. Но вот вторая часть, где появился Кузьма, СМХ, Черников, было классно. На самом деле, вот было классно. И в конце эта фраза, ну просто делает этот клип. Вот такой вот получилась моя реакция. Ребят, спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, ну или дизлайки. Пишите ваши комментарии и предлагайте, что мне нужно изменить в моих будущих видео. До скорых встреч!